Это может быть, наверное, полезной информацией для зрителей «Белокс и блюз». Пьеса Нила Саймона – это самый древний спектакль подвального театра. Как так случилось, что вполне коммерческая пьеса с одного из самых коммерческих бродвейских авторов может жить, значит, с 86-го, это 24 года? Не знаю. Наверное, потому что школа молодого солдата и в стране победившего социализма в Советском Союзе, и в стране победившего капитализма в Соединенных Штатах Америки примерно так же мучительно для молодого человека. Хотя и очень, так сказать, интересно в познавательном отношении. Я бы взял бы одного кретина в армию. Самого ничтожного, самого недоделанного сукиного сына. Но я бы из него... Через этот спектакль прошли поколения. Сейчас он играет четвертое поколение. Вскоре, в свете того, что набрана школа для особо одаренных детей российских, предполагаю, что войдут туда совсем-совсем молодые люди. Ну и кто-то из ветеранов, вроде Миши Хомякова или, может, Дениски. Наверное, уже будет играть сержанта Туми. Видно, ты, Джером, не понимаешь пользы армейской дисциплины. Запомните все! И ты запомни, призмой. Благодаря дисциплине, и только благодаря ней, мы сможем выиграть эту поганую войну. Хочу испанскую принцессу. Опа! Не слышал! Нежностью отношусь к этому спектаклю. Он поставил на ноги многих молодых. Они через этот спектакль, можно сказать, стали актерами. В общем, этого я желаю и будущим нашим совсем молодым.